Привет, привет, мои друзья! Снова мы на моем канале. И вот я сейчас сходила на грядочки, сорвала свои баклажанчики и хочу сделать баклажаны с мясом. Сейчас я все подготовлю и покажу, как я это буду делать. У меня была заготовочка фарша. У меня есть 450 грамм. Вот 4 баклажанчика. Нужно еще 2 луковички и 3 зубчика чеснока. Сейчас я все почищу и покажу, что буду делать дальше. Итак, я порезала вот такими кругляшками наш баклажанчик, почистила чесночок и лучок. Сейчас я вот этот вот лучок измельчу в блендере вместе с чесночком. Вы можете натереть на терочке, ну, то есть можете мелко порезать, как хотите. Здесь у меня фарш, и я добавлю еще специи, молотый перчик, соль и копченая паприка. Сейчас я подготовлю сначала фарш, а потом покажу, что буду делать дальше. Итак, я измельчила наш лучок с чесночком, выкладываю фарш. Добавляю специи. И нужно хорошо перемешать. До однородности. Итак, я подготовила фарш. Здесь нам потребуется еще 2 яйца и мука. Я в муку добавляю немножко соли, ну, чтобы не пресное было, и щепотку соли добавлю сюда, в яйца. Также к муку добавлю немножко итальянских трав. Вы можете не добавлять, вы просто можете обвалить, например, данную заготовку и тут же обжарить. Я все перемешаю аккуратненько и перемешаю, взобью слегка наши яйца. Ну, не наши яйца, а, конечно, куриные, извините. До однородности. Сковородочку поставлю на разогрев. Сейчас мы будем делать заготовки, которые будем впоследствии обжаривать. Скоро добавляю немного растительного масла. У меня где-то 2-2,5 столовые ложки. Пока оно будет разогреваться, я подготовлю начинку. Берем баклажанчик. Вы их можете вымочить. Если они у вас горчат, вы можете их вымочить. Я их не буду. Мне устраивает так. Я беру фарш, укладываю вот такую лепешечку на фарш, на наш баклажанчик. Трамбовываем. Обваливаем в муке. Хорошо обваливаем в муке. И теперь обваливаем в яйце взбитом. И выкладываем начинкой вниз в сковородочку. И нужно будет обжаривать буквально с каждой стороны по 3 минуты. Так мы поступаем с каждой нашей заготовочкой. Надо все это обжарить, будет с двух сторон. Делаем лепешечку, муку. И в яйцо. Переворачиваем. Вот такие лепешечки уже получаются. Жарим с другой стороны тоже под крышечкой. А, неудача. Тут ничего страшного. Бывает и такое. Угу. Так, пусть поджарится. Открываем крышечку и жарим дальше. И так поступаем со всем. Такая красота уже получается. Вот такие котлетки. Сейчас я дожарю, мне осталось немножко. И я покажу, как они в разрезе. Вот они тут жарятся уже с другой стороны. Очень ароматное, очень вкусное будет блюдо.
Попробуйте. Сейчас баклажаны как раз еще в сезоне, поэтому можно приготовить. Посмотрите, какая тарелочка получается. Это очень вкусно. Я вам сейчас покажу в разрезе. Это бесподобное блюдо получается. Ароматное. Мне там осталось еще немножко дожарить. Вот такая красота получается. Пропекается. И подавать, конечно, нужно со сметанным соусом. Это сметанка, чесночок и зелень укропа. И со свежим салатом. Это будет очень вкусно. Я, как всегда, оставлю рецепт под видео. Заходите, знакомьтесь, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. Все очень быстро и просто. Пока-пока.